Серег, тебе, Валера, Митя, Серега, всем нашим посвящается. От курсов от былых до исторических, которых, к сожалению, больше нет, приветствую тебя, мой фантастический, мой самый пятый в мире факультет, который покатился дальше скатертью в Востоке до Дрозда перед концом, который нас растил альма-матерью, хотя, наверное, правильней отцом. Учились мы порою не по правилам, и в деле, и в безделии легки, и удаление сами пораставили, где главное не были слабаки. И рукавом носы себе повытерев, а в общем с тем же ветром в голове, мы сели на 7-й троллейбус в Питере, а вышли на 12-м в Москве. Ни черта не шарахались, ни ладана, Гранд-Форксы и Кувейты и Синай. И никому нигде не было надобно за нас краснеть, ни разу так и знай. Лопатели поля заданий плановых, обзора ледового полосой, и поднялись от набережной Ждановки до самых, до космических высот. Конечно, времена, они меняются, то брюшко чешут, то дадут под дых. Кто выдержит удар, кто уклоняется, кто сам звезда, кто отблеск от звезды. Но сколько было сделано и пройдено, но вот в одном, друзья, сомнений нет, что это наша маленькая родина, наш самый пятый в мире факультет. Но сколько было выпито и пройдено, но вот в одном, друзья, сомнений нет, что это моя маленькая родина, мой самый пятый в мире факультет, наш самый пятый в мире факультет.